Ребят, всем привет. Виктор Трофименко буквально час назад передал мне интересную видеозапись. Она, наверное, снята была еще с полгода назад, а то и больше. Наверное, даже может быть с год назад, потому что он не сообщил, когда именно. Значит, на этой видеозаписи он делает замечание своему командиру Юрченко. По-моему, Юрченко его фамилия. Этот командир уже фигурировал несколько раз в наших видеоматериалах. Я неоднократно говорил, что в тихом омуте черти водятся. Вот если гаишник слишком такой исполняет постоянно камеру, всегда хороший, всегда такой справедливый, то в реале это редкостная гнида. И вот, по словам Трофименко, эта редкостная гнида как раз-таки оказалась именно той гнидой, про которую я говорю. Ну, в общем, ролик не совсем такой, может быть, понятный будет для вас, но все-таки было замечание со стороны Трофименко по поводу сигарет и как он отреагировал на это. В общем, все посмотрим. Спасибо. До свидания. А что вы курите, товарищ капитан? Сказал, конечно, начальника департамента, чтобы не курили. Примещение. Вот сигаретка. Я ж снимал вас внутри, все видно. Как вы тягу делаете. А вы вообще кто? Вы здесь как находитесь? В качестве кого? Охранник. А вы доложили о прибытии на работу? Конечно. Конечно? Кому? Вы курите, товарищ капитан. А я вообще не курю. Вам начальник департамент не указ, да? Товарищ капитан. Я вообще не знаю. Я буду змушений доповісти вашему керівництву рапортом. Доповідати. Вас вообще сегодня не было на работе. Я командир взвода по обслуживанию стационарного поста. Фамилия? Что? Вы сразу не представились. Зашли и обратились к человеку, не представившись. Я к вам обратился. Ну, а чего не представились? Я же вам только что представил. Нет, вы не представились. Вы не знаете ни фамилию, ни имя, никто, ни удостоверение не показали. Конечно. Мы же должны убедиться. Вот уже один человек без удостоверения есть. Нет, я к вам обращаюсь. Я к вам обращаюсь, молодой человек, по поводу того... Юрченко Віталій Володимирович, да, перебуває на посаді командира взводу з ОСП номер 2 роти ДПСДІ УДІ до 2017-го. Спасибо.